Ну что, привет! Привет! Что мы сегодня будем делать? Мы будем собирать качели. Вот, кровать-качелю. Кровать-качелю. Ага. Вот она там. Она у нас стояла там в помещении. Убрали, потому что на улице снег, дождь, и она придет в негодность. А сейчас мы ее с Сашей будем собирать. Будем Сашенька собирать? Да. Давай. Ты держишь, а бабушка собирает. Стой. Вот. Вот. Но только нам надо, подожди, вот это с задней стороны. Вот смотри, где вот дырочки. Видишь? Так. И что еще? И вот эту палочку. Вот эту палочку. Саш, не лезь на нее. Вот это вот вместе надо собрать. Вот смотри, видишь, что бабушка делает? Вот так. А, вот для чего эта палка была нужна. Ну да, чтобы она держала ее на ней вместе. Слушай, давай мы с этого начнем. Давай начнем мы с другого. Давай вверх. Даня пришел? Нет. Я не знаю, он что в ухо хочет. Да? Слушай, конечно, вот тут надо было, чтобы был бы еще и Данька. Зачем? Я тебе сейчас покажу. Зачем? А ну, раздвигай вот эти две ножки. Вот это надо засунуть посередине. Вот сюда. Это точно безопасно? Это точно безопасно. Надеюсь. Ну да. Саш, только я не помню, с какой стороны их надо засунуть, если честно. Вот если бы Даня еще был, он бы помог. Ну да. А так? Вот нет, он даже не помог, он тебе каждый раз говорит: привет, мой пупсик. Давай держи нормально, Саш. Видишь, мне некому помочь, мне очень тяжело. Я тебе помогу. Раздвигай их. Вот. Это верхнюю часть, вот так, и давай вот туда вот эту ножку, давай засовывай вот в эту дырочку, вот так, Сашка, все, держи, сейчас бабушка попытается и эту ногу, держи, я Сашка, чтобы ты только не выронил, хорошо? А с какой стороны мы засунули, с той стороны? С этой. Да, значит и этот тоже с этой стороны, надеюсь, мы правильно будем собирать. Да. Держи, Сашуль, держи. Главное, ты же чтобы мой помощник. Бабушка, главное, чтобы ветер не пошел меня сдует. Что не сделал ветер? Чтобы ветер не пошел, потому что меня сдует отсюда, какой легкий. Да не сдует тебя, ты что, такой легкий и маленький? Ты же большой мальчик уже. Ты же первоклашка, Саш. Бабушка. Что ты придумываешь? Вот так. Первый класс. Стой, держи. Бабушке нужны два ключа. Зачем два ключа у тебя есть? Вот один, который будет держать гайку. Я чуть не раздубасил. Ну да, вот. Так вот сюда. Я это бил этим ключом. Сейчас, погоди. Вот видишь? Что это за бумажка? Вот. Этим ключом. Смотри сюда. Бабушка ж тебя учит. А зачем? Чтоб ты знала на будущее. Ты же мужик растешь. Где тут Даник? Чтобы я его научила тоже. Смотри. Этим ключом ты держишь гайку. Вот так. А этим, это шестигранный ключ. А тут и болты такие с головкой, которые внутри имеют шестигранник. И вот так мы закручиваем. Видишь? Но мы не до конца закручиваем. Уже миллионер. Еще купим, да? Подожди, этот не отсюда бабушка взяла. И поэтому я это держала. Самые длинные надо сюда, Саша. Вот, видишь, бабушка ошиблась. Не зря, убери ручку пока, подожди. Вот так, вот сюда, вот уже насквозь, вот сюда. Нам не надо царапать, иначе она начнет ржаветь, Саша. Вот так, все. А я смотрю, что мне не хватает вот длины. Почему мне не хватает длины? А оказывается, бабушка не то взяла. Ага. Вот это длинный. И я думаю, почему там больше гвоздь, чем тут? Да? Ну да. Ты тоже обратил внимание? Да, потому что я вот смотрю, а что там больше, чем тут? Во, видишь? Ну что, этот гвоздь тут наш был. Какой ты у бабушки внимательный. Вот так вот. Ага, вот так. Тогда знаю, что если у меня будет... Вот так. Потом
Все, да, можно еще один. Держать? Можно больше не держать? Нет. Вот сюда и сюда. И все. Тихо, тихо, не надо, оставляй там. Вот так. Нам нужны еще гайки и это самое. Сейчас мы будем не держать? И, да, можешь не держать уже. Они держатся вместе. Вот это потом пойдет та другая палочка. Слушай, а на что одеваются вот эти пластмасски? А ну дай бабушке пластмасски. Вот это? Вот, вот там есть и такие вот наконечники пластмассовые. По-моему, они одеваются. Понял, я знаю, у папы были. Вот это? Да, вот, вот сюда одень. По-моему, они сюда одеваются. Да, я видел. О, правильно поставили. Чтобы с лицевой стороны были закрыты эти гайки пластмассовые. Чтобы вы не царапались. Понимаешь? Все. А тут тоже? Да, и там тоже. Дай бабушка закрутит. Да, я закручу. Сначала идет шайба, Саша. Помни. Угу. Бабушка учит, я не знаю, сколько я еще проживу. Вы должны быть готовы, мальчики. Хорошо? Вот так. Видишь, как бабушка делает? Угу. Гайку держу ключом, а вот этим шестигранником я закручиваю. Ты только пластмасски одевай. Скоро все будет сделано. Ну, вот теперь идет надел, у нас, знаешь, Саша, что? Вот это. Но тоже четыре одинаковые. Вот так. Вот, папа, по-моему, делаешь. А не, я все это понимаю. Вот в, вот, вот в этих штуках я понимаю. Держи вот эту. Высоко. Хорошо. Цени, Сашка, ну сколько? Разве это отсюда, Саша? Надеюсь. И больше нам не нужны. Я же ничего не знаю. Больше нам никакие не нужны. Я не знаю. Подожди, подожди. А, вот они, да, четыре. Давай, Сашуля. Ну что, Сашуля, давай. На, шайбы, гайки. На, держи. Можешь сначала шайбу ставь туда. Да. 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 Но держи вот так. Сначала шайбу, это гайка. Это гайка. Вот шайбу надо, но этой ручкой. Держи вот этот. Вот это держи. Ставь шайбу. А потом гайка, смотри. Разные. Смотри. Вот тут круглая, видишь? А тут целая. Вот с этой штукой сюда. Видишь? На. И закрути. На. Поставь правильно. Бабушка проверит. Хорошо, Саша? А где еще одна гайка? Почему у бабушки? У тебя есть лишняя? Дай сюда. Вот, ты ее поставила. А, я ее поставила. Ну вот, я сделала, как ты ее просила. Ой, умница бабушкина. Конечно, я папе помогала тогда. Опа! Сейчас надо затянуть. Хорошо, хорошо. Сейчас уже мы в конце, когда ее совсем соберем, мы идем. А куда пружину ставить? Пружины сейчас мы повесим вот эту саму кровать. Ага. Сидушку. А, и я буду тут кататься? Ну да. Только а не так, еще... чтобы сломать ее до потолка. Мама тоже хочет вот это. Вот и качели. Завтра идем покупать качели. Вам. Мама завтра идет в метро купить такие же качели, как у тебя. Да, я знаю. Мы завтра идем и купим качельку. И батут она поставит. Ой, какой батут? Куда его поставит? Там, если поставить качель... Мама разрешает. Так какой батут? Там места нету, Саша. И опять на Нелиде под окном, чтобы она не могла ни спать, ни лечь, ни отдыхать, ничего. Все лето бом-бом-бом под окном. Какой батут? Как-то мы хотим. Это вы хотите. Надо же иметь уважение. Старший. Она думает, что они не будут поправлять, что нам делать. Так когда мы хотим, когда выходной, а этот на навале спит. Давай, давай, Сашуль. Ты знаешь, куда они ставятся? Я знаю, вот сюда. Вот, вот сюда одну. И вторую. Вот сюда. Вот сюда. Я твой помощник. Тихо-тихо. Конечно, ты мой помощник. Не зря я тогда качался. Давай. Я давай вот так.
вот отсюда. Вот отсюда, вот от этой. От этой держи. Вот так. Молодец. Давай сюда. Сейчас, 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 погоди. Сейчас, погоди. Вот так. Вот. Вот, видишь, как они легко одеваются. Давай, бабушки. Сейчас мы еще крышу принесем. Тут а где крыша? Можно, когда я все сделаю, я буду кататься? Ну, конечно, будешь кататься. А сейчас? Не, и сейчас можно. Уже, вот, по-моему, все. Мы ее уже крепко, о, да, собрали. Вау, вау. Да, ты что? Да ты что? Юху. Ты все резинки поставил? Вот одну не поставил еще. На. Забыл. На. Поставь резинки, сейчас бабушка принесет крышу. Хорошо? Вот так. Сейчас бабушка принесет крышу. Осталось крышу поставить. Вот так с внуком, бабушка, собирать. Легче делается работа. А, бабушка не собрала тут еще. Да. Давай ключи. Давай, уйди. Я заметил слабый. Ты заметил? Да, хочу. Я хотел сейчас поставить, она вот так вот делает. Да, хорошо, что ты подсказал, потому что она тогда не крепко собрана. И ножки могли вот так вот сломаться. Молодец, Саша. Ну, конечно, если я буду на ней кататься еще. Нет, ты будешь спокойно на ней кататься. На ключи. Сейчас бабушка принесет вверх. Сашка, держи. Ты же мужик. Или что? Ты мужик? Мужик. Вот, так покажи бабушке, что ты мужик. А где еще одна гайка? Ты не нашел еще одну гайку? Нам нужна одна гайка, Саша. А сейчас давай ты подержи, я найду. Да, я здесь, держу. Здесь, если найду. Так, давай подержи. К сожалению, гайка. Что, Сашка? Не нашел? Не нашел? Нет. Может, ты где-то не поставила? Вот там. А ну погоди, Саша, мы правильно поставили? Что, тут? Да. А, вот у нас еще есть, Саша. Вот у нас еще вот такая есть. Она одевается вот во второе отверстие. Так. Вот. Ага. Вот так. И уже тут? Вот так. Так. Что, Сашка, тебе там хорошо? Ага. А ну как нам сделать вот это? Вот так, тут, наверное. Тут мухи. Сейчас возьму спрей от мух. На, держи. Чтобы... Ключ. Опа. Опа. А вот ключом можно забить муху. Не надо ничего ключом делать. Этот ключ не зря ты спросил. СССР. 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 Это у меня еще шляпа. Он всю жизнь со мной. Его не терять. Вот так. У меня все. Еще есть и вот это, как шляпа. Ой, ну все, Сашуля. Тебе так... А, подожди. Убирай ключ. И убирай телефон. Дай бабушка еще матрас одену. О! Давай. Шайба, а где гайка? Ну, вы даже не говорите. Что? Он не говорит даже, что тут гайка. Все. Видишь, как быстро мы собрались с тобой. Надо будет постирать. Ага, быстро. Через полчаса. Так это что, долго? Это же не долго. 10 часов. Вот так, нет. Если имею помощника. А ну, помощник, иди сюда. Ой, какая прелесть. Сейчас мы ее развернем вот туда, вот к стенке. Правда, эта кровать закрывает мне окно на кухне. И это не очень хорошо. Но так как у меня другого места нету, вот так. Все. Лето пришло, красота. Еще Иван поставит бассейн, вот там у меня под окном. Выхожу с окна, прямо наступаю в бассейн. И прощай, море. Сашуль, уйди в сторонку. Давай, скажи пока. Уйди в сторонку.
Ну все, пока-пока. Иди сюда. Пока-пока.